Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 47 на странице 23, рабочей тетради по русскому языку для второго класса автора Канакиной. Напишите слова, корень каждого слова спрятался в рисунке. Ик. На рисунке куб. Получается слово кубик. Нам нужно еще объяснить значение записанных слов. Так вот, кубик – это такая детская игрушка. Ник. А перед ним нарисован гриб. Получается грибник. Грибник – это человек, который отправляется в лес и собирает грибы. О. Ног. И еж. Получается е, жо, ног. Ежонок – это маленький еж. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои.